Всем привет, дорогие друзья! Наконец-то появилась компания, у которой действительно хорошая идея, полезная идея. Я хочу вам рассказать о компании PandiX. Но сначала небольшое предисловие. Биткоину уже 9 лет. Но о криптовалютах слышали мало людей, и большинство людей ими даже не интересуются. Несмотря на то, что это хорошее решение, это удобно, за этим будущее. В чем же все-таки дело? Да дело в том, что у криптовалют низкая распространенность и существует ряд проблем с их покупкой и применением во многих странах. Одна из целей компании PandiX – это создать криптовалюту для всех. Криптовалюту, которую будут пользоваться везде, которую будет пользоваться удобно, которую будет пользоваться легко, самое главное. И для этого они мало того, что создали свою криптовалюту, которая называется PXS, они создали специальный девайс, который называется PandiX POS. В некотором роде это терминал. PandiX POS – это специальный терминал, который предназначен для обращения с криптовалютой, а именно продажи, покупки, ну и, естественно, для того, чтобы ей расплачиваться. А вот это уже удобно. Вы можете поехать в другую страну, и вам не нужно думать о том, чтобы переводить деньги в их валюту. Вы просто расплачиваетесь своей родненькой криптовалютой. Круто же! Для этого PandiX рассчитывают через 3 года внедрить более 100 тысяч своих устройств по всему миру, чтобы 100 миллионов пользователей смогли без проблем покупать и продавать криптовалюту. Также сейчас действуют бонусы. Бонус 30% за большие инвестиции. Большие начинаются от 6,2 биткоинов или от 100 эфиров. Также хотелось заметить, что у PandiX есть свой блог, в котором размещена разная информация, новости от компании и много всего полезного для людей, которые ей заинтересуются. Напоследок хотел бы поговорить о баунти компании. PandiX будет очень полезна для новичков, так как у них нет завышенных требований для участников баунти компаний, причем везде. В Фейсбуке нужно всего лишь 500 подписчиков, ну, в принципе, как и всегда. В Твиттере 250 читателей, это копейки. Самое интересное это то, что компанию подписей можно начинать с ранга новичка, а это уже большая редкость. В общем, надеюсь, это видео было для вас полезным. Все ссылки я оставлю в описании. Ссылку на сайт компании, ссылку на блог компании и ссылку на Bitcoin Talk. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч.